Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать всех на канале. Позавчера и вчера лили дожди. Вообще было невозможно вырваться, к сожалению. Сегодня с утра заехали еще один перелесочек посмотрели, но, к сожалению, тоже без результатов. Заросли страшные, бурелом. Что-то либо найти сложно, только если по ранней весне, когда все вот папоротники, все это уляжется окончательно. Приехали дальше ходить по чуть полям. Соседи наши тоже пришли, стадо коров с пастухом. Периодически здесь они. Либо сейчас с ними общается, стоит. Будем шерстить эти поля, продолжать. Они хорошо скошены. Может быть, потом вечером заедем на чешуйное место, еще попробуем посмотреть. Как-то так. Смотрим. Так, друзья, прошу прощения за ветер. Вон, кстати, коровки ходят. Первый сигнальчик, что ветер сегодня сильный. Копеечка 34-го года. Резко кончается батарейка. Интересно. Так, второй сигнальчик. Нет, она не держит. Деньга 31-й год. Рубленая, но вроде живая. С охранчики в таком. Блин, что-то у меня с камерой, у меня резко заряд пропал. Это, может, коротыш какой. Итак, следующий сигнальчик у нас по... А кто? Что-то таких редко случается. Там это близок. Дубита. Ну да. Да, к сожалению. Ну ладно. Пипец. Погода прекрасная. Прохладно, солнце светит. Чайку не взяли, дураки. Следующий сигнальчик. Ну да. Пока дождь не начал. Следующий сигнальчик. Деньга по. Да это облака пока. Деньга. 1799 год. 99-й, 98-й. А, 98-й, извините. Павел Первый. Ну вот, вроде что-то начали находить. Следующий сигнальчик у Любы. Убитая. Хрен поймешь, что это? Ну, похоже, что это ВРП, судя по всему. Судя по тому, какая она тоненькая. Сложно понять, ее надо пихать куда-то. Как Алечек. Ладно, мыли, кстати, иногда они отходят. Иногда. А иногда и не отходят. Сигнальчик у меня сегодня советики. 2 копейки. 31-й год. Это тоже пойдет, забираем, конечно. Любый куст. Куст и Люба. Лазила, она лазила по этому кусту. Все-таки выклинчила что-то крупное. Глубоко, да? Масон. Масончик, давно не было. Хорошо. Хорошечно. 34-й, что ли? Убитенький, нет? Ну, так. Надо в мыло. Эти могут отойти. Орел нормальный. У них обычно как бывает? Либо одна сторона, либо другая хреновая. Ух, нифига они ушли. Они тем лесом, что ли, туда ушлепали? Нифига себе. А это пятак ли? Так, пятак. Десятка больше. Не, я к тому, что это не трояк. Пятак. Ну ладно. Да, N1 какой-то убитый, горелый. Два сигнальчика, да. Давай первый, горелый. И это, походу, тоже. А это кто? Да. Ну ладно, пойдет.
Здесь была большая лужа. Нет. Рядом с машинкой прям. Деньга еще одна Павла Первого, тоже 98 года. Вторая за сегодня. Сигнальчик очередной. Екатеринка. Екатериночка. Приятно, приятно. Так. Блин, ну кто ставит? Это пожалуйста. Пата. Так, сигнальчик очередной у нас. Очередная Екатериночка. Что, в общем-то, приятно. Надо онлайнчик, что ли, вам снять. Сейчас что-нибудь будет. Сниму. Да, сигнал странный. С чернинкой. О, коняшку видно. Да пойдем сходим. Так, следующий сигнальчик. Рамочник. Неожиданный. Коровки подбираются. Волочка собираются. Фу, пока гуляем. Пойдем к Валере своему пастуху. Фу, ну да ладно. Сейчас, конечно, гулять не хочу. Захотели, сюда переехали. Что-то надоело там. Здесь сейчас поковыряемся. Рамочник. Ой, рамочник, щитовичок. Вот непонятен, вода у Любы. Красота. Первые облака прошли, вроде пока синее небо. Но обещали дожди во второй планете. Ладно, пока нету. Вроде разгулялась пока. Лепесточек. Тоненький. Аккуратненько над ними. Лопаются иногда. Красота. Да и только. Ну вот как обычно. Так. Все ждем, когда нас дождиком. Ух ты, ё-моё. Да. Жизнь его, конечно, не пощадила. Пину. Считай, нашла. Прикольный был бы. Ладно. Еще один крестичек целенький. Такой он симпатичный. Маленький. Забираем. Выклинчило. Клянчило. И выключил. О, блин, тоже вот такой странный чекан. Ага, сбитый какой-то. Местный. Местного разлива. Оба. Ух ты какой. Перстак. Но, блин, без камня, к сожалению. Ладно, камень вставим. Ну, блин, ну перстак отличный. Зачистим, почистим. Глубоко он его цепанул. Да? Ну, да. Камень-то вставить можно. У меня сегодня трактор выдает вообще чудеса какие-то на виражах. Он меня затрахал этими гвоздиками. Причем, видит их на полутора штыках точно, эти маленькие кованые гвоздики. И вышвыривает их в хороший сигнал. Хорош. Кто рядом с шашлыкой не пошарил? А шашлык-то там. А сейчас пошарю, я не закопал. Ну вряд ли он там будет. Хотя, хрен знает. Я покручусь вот здесь. Да, здесь, да. Еще пока ходим. Вообще разгулялось все, так что лазим пока. Ой. Все, коровок домой повели. 5:30 где-то, наверное. Третья уже деньга на сегодня павловская. Глубина какая-то неимоверная вообще. Кстати, ямина. Вот с одна ямина. Ну, штыка, наверное, 1.5 точно. Охренеть. Но сигнал такой, его сложно достаточно услышать. Нужно медленно идти. Быстро пойдешь, пройдешь 100%. Так вот. Где-то рядом с Павлом. Да, здесь окись у них прям зеленый-зеленый. Но они могут быть в сохране под ним. На копеечку серебром. 1842 год. Николай Первый. Идет. Коровки ушли доиться, солнце заходит, и мы, наверное, сейчас поедем кормиться.
Все. Отчетик. Вот. Где фокус? Фокус. Вот фокус. А, я не знаю, что там. Подбить, что ли, за... Да вообще нет, на морозе. Ну, того вот так поковыряли. Чешуя попалась, масонский пятак попался. Меди много. Это как ее, советы тоже. Перстенек прикольный, жалко только без камушка. Листики. Ну, все как всегда. Да, камушек вклеим. Чешуйка только одна пока. Ну, мы и не ходили по чешуе. Ну, мы, в принципе, да, сегодня не по чешуе ходили. Ладно, завтра будет дождь, завтра посмотрим, что дальше делаем. До встречи, всем пока.